победителей Польши. А потому что после победы им рукоплескал весь мир. Наоми Уоттс, Николь Кидман, Келвин Кляйн и даже сама Елизавета II. Ничего себе. А прости, а кто такой Никола Кидман? Это рыба какая-то? В данном случае крупная. Ну хорошо. Ты хотел победителей Польши? На, получайте. Встречайте коллектив Мелкарт Бул! Мелкарт Бул – это два парня из маленькой польской деревушки, которых зовут Бартломей Панкау и Ясик Вышку. После победы у себя на родине они стали национальными героями. Примерно до 50-50 лет такие трюки может выполнять наши славянские ребята. Рассказывайте, что вы знаете о Польше? Ну я знаю польский фильм такой «Три танкиста и собака», я в детстве смотрел. А еще что, такие талантливые люди есть в Польше. Хотелось бы сказать, что «Минута славы» открывает новых звезд. Да, посмотрите, сколько ярких, талантливых личностей здесь. С оригинальными номерами, интересными. Здорово, что столько талантливых, удивительных людей собрались. «Минута славы» — уникальный проект. Только здесь абсолютно любой человек...